мы сейчас будем пытаться босса валить. Ну, как сказать, я тут, то есть, всяким разным занимался. Приветствую, я медик, да, медик нас лечит. Но я здесь был лабиринт, но я его прошел, как вы понимаете. Давно уже. Так, давай, лабиринт. То есть здесь вот так вот можно бегать. Ну, туда куда-то. И, то есть нужно подняться с 35 до нужного этажа. К счастью, назад тоже вернуться можно. И вот здесь у нас точка. Я, кстати, докупил всяких тут вещей. Экипировку. Вот, смотрите. Золотой меч и золотые перчатки. То есть дает меткость, атаку, физическую защиту и шанс критического удара. То есть очень хорошее сочетание, чтобы много урона наносить. У Вены тут что? Ожерелье из камней, целительная магия до 4 уровня повысил. И вот природную тетиву оставил. Почему? Потому что она дает ментальность. Золотую робу надел, магическую. Тоже пригодится. Эвану золотые перчатки, золотой доспех, золотой меч. Тут понятно. А вот большой меч никому из них не дают. Значит, золотые ботинки. Вот этот чувак у нас ловкач. Повышает скорость. Вот. Скорость и ловкость. Это важно. И контратака. Шанс контратаки зависит от ловкости вашей вражеской команды. Но вот это я не знаю. На самом-то деле сомнительно, но я, может быть, это все поменяю. Сейчас вначале нужно... мне немножко тут побегать. Да, опять эти черные львы. Я ж, по-моему, их уже убивал или нет? Якобы они какие-то львы. Значит, навык. Стоп. А почему ты не можешь навыками пользоваться? А, он... у него дебаф. Отстой. В прошлый раз такого не было. И еще и промо. Жесть. Это что, ослепление или что? Рассекающая тень. Меланхолией наносит удар. Хороший урон, кстати. Пенетрацию. Ну чё, пенетрацию будем делать. Так, магии поддержки нет. Здесь, короче, исцеление. Воскрешает. Так, вот восстановление, кстати. У нас обычно что-то вроде восстановления в магии поддержки. Но в исцелении тоже, как вы видите, есть, что довольно полезно. Экстра лечение. Ну, не знаю. Может быть, позволить ему вообще умереть? Так. Великое исцеление давайте. Бабах на всех. Все-таки немножко всех повредило. Здесь нам нужно... защитный стиль и клинок ветра, естественно.
Потому что он по всем долбит. Но в первую очередь этого нужно добить. Чего он все еще живой? Все, одного убили. Печальненько, конечно. Ну, тогда давайте пенетрацию. Тут уже не вижу смысла сопротивляться. И сам исчез, добавлю. Но мы-то восстановим себе все, видите? А они не восстановят. Причем то уникальная битва. Здесь нас такие встречаются, но здесь легко. Мы первыми ходим. Да, вот я этому чуваку ловкость настакал, потому что, чтобы первым ходить. И он может сразу же тут долбить. Смотрите, как бабах так. И неплохо уже. Ну, надгробный камень, это жестоко. Тоже массовыми штуками бьют. Жесть. Но все выжили. Это удивительно. Ну давайте на всех. Исцелить ли полностью? Не, полностью не исцелило. Какое-то оно не очень мощное. Хотя я старался, чтобы по максимуму было. Тут проблема, что у него массовая пилка, только темное сердце, которое не является слишком уж сильной. Хотя довольно мощная все же. Вот вообще. Каждый шаг на нас кто-то нападает. И издеваются. Да вы надо мной издеваетесь. Да, они надо нами издеваются. У них такая билка есть издеваться. Это просто смешно. Прилично, это интересно сколько. Ну, довольно много. Ну, в смысле того, что... Там сколько? 1200 восстанавливала максимальная билка. Если подумать, то... Оно эффективнее получается. Лечить более слабыми заклинаниями. Но больше ходов тратишь на это. Здесь просто обязательно защитный стиль. И дальше клинок ветра. Ой. А, ну, все нормально. О, смотрите, это ответка прилетела. Не ожидал. То есть он его ударил, а тот контратаковал, да? Даже уровни получили. Георг, хватит прятаться, покажись.
Эй, кто-нибудь меня слышит? Это командир? Да, это я. Мы только что взломали коммуникационную систему Георга. Я говорю с вами через передатчик в его комнате. Но мы уже поняли. Вовремя вы, но Георга здесь нет. Да, мы уже поняли. Группа наблюдения доложила, что в отчаянной попытке скрыться Георг сбежал на крышу здания. На крышу уж не собирается ли ублюдок удрать на воздушном корабле? Не волнуйтесь, мы позаботились об этом. Несколько наших боевых кораблей, включая Руаноки, готовы к перехвату любого аэрокрафта, что может направляться к небоскребу. Все, что вам нужно, добраться до Георга на крыше, оттуда ему уже будет некуда бежать. Понятно. Можно подумать, сейчас ему есть куда бежать. Мимо нас, что ли? Да, и здесь начинается жопа. Опять черные львы. Блин, двоих ослепили. Так, взрывается при контакте с телом противника. Так, физический навык. Нужно хотя бы одного убить побыстрее, причем. Три 800. Ну, такое себе. Исцеляющий бриз. Ну, не знаю. Великое исцеление на себя. Да, не могу. Он попал. Красава, блин. Не могу ничего вообще делать, жесть. Еще и промахи идут. Все ослеплены. Вы видите, насколько это круто вообще? Просто я даже не знаю. Ну, я могу, конечно, полечиться тут чем-нибудь. Кланой там. Нет, не кланой. Отравление. Заражение. Паралич. Вот, ослепление снимать. Со всех членов группы ослепление снять. Как вы думаете, стоит это сделать? Думаю, нет. Думаю, стоит сильная атака это убить и все. И не париться. Все-таки он один, а нас много. Только зараза промахивается. Откуда столько промахов? Вот будет прикол, если мы сейчас проиграем. Предсмертный танец, жесть. На, жестко.
Ух. А вот и Георг, да? Еще черные львы. Нет, в этот раз повезло. Эти чувачки полегче будут. Лучше бить по массе. У нас тут целый светофор, смотрите, сколько всяких полей. Да ну вы задолбали уже. Давайте вот это попробуем. Типа целительный бриз или что-то. Может он больше исцеляет? Так. 1500. Да, вроде бы побольше, чем та штука. Ну и добиваем. Уровень у Вены. О, клану дали, отлично. Как жаль, что здесь нельзя сохраняться везде, где захочешь. Опять вы. Ну. Замечательно, блин. Рассекающий тенью. Сейчас он самоубьется, скорее всего. Да, здесь мы навыки не можем использовать. Значит. Конечно же, промах. Как же без промаха? О нет, ее убили, жесть. А чё вы такие крепкие, я не понял. Они раньше отступали постоянно. Это какие-то супербоссы, что ли? В общем, пора нам воскрешаться. Предметами, да? Оживляющее зелье. Всех воскрешает. Вот это приятно вообще. Ну, кое-кого сразу же снова убили. Да ну сколько можно? Ее все равно убьют, если я попытаюсь снова воскресить. Защитный стиль. Режущий момент, давайте.
6000. Предсмертный танец. Неприятно получилось, да. Полная клана. Полная это, то есть, это хорошая штука. Типа, не ограничено количеством поинтов. Такое мне впервые падает, кстати. Все, теперь важно помнить, что нам нужно полечить нас всех. У Вены есть навыки. А что ж у нее будут еще за навыки дальше? Давайте малым исцелением. Это выгоднее всего. Так-с. Так, а я не понял, а я не могу... А, вот, вниз нужно нажать, чтобы на всех распространить. 2, 3. Четыре. Ну ладно, так пока сойдет. Видите, как выгодно получается. За 15 мы полностью всех вылечили. Дело в том, что в бою у нас есть ходы. И то есть за ход мы можем применить одну вот эту вот фигню, одну обилку. А вне боя выгодно лечиться самым слабым заклинанием, потому что оно... потому что у нас ходов нет, они не ограничены, получается. А, вижу здесь. Так. Наведение на цель. Улучшение. Сфера защиты. Улучшенная версия сферы наведения на цель дает большую прибавку к точности персонажа, а также дарует ему иммунитет к эффекту статуса ослепления. Кому же это нужно? По идее, девке нужно. Нашей Вены. Потому что она ж хилер, она... Ее нужно от ослепления беречь. Или я даже не знаю кому. Но иммунитет это круто. Только не эти. Черт! Блин! А вот сейчас бы это пригодилось. Ой, как пригодилось. Я еще думал, зачем нам это дали. Так, ну здесь сразу давайте предмет. У нас есть орлиный глаз. Один. Ой, как зря он один. Ой, зря он один. Надо было больше сделать. Была ж возможность. Еще 600 из 2300. Ну нет, тогда давайте что-нибудь другое. Дождь из стрел, например. Давайте долбить. Слабо, очень-очень слабо. Стоит ли этим пытаться долбить, не знаю. Пока есть возможность, давайте защитный стиль. И клинок ветра. Но это хорошая штука, клинок ветра. О, чёрт. -2 сразу.
Мощно, мощно. Придется нам применять оживляющие. Вот их я хорошо накрафтил, 17 штук. Хотя, если честно, иммунка на одного чувака к ослеплению мне бы не особо помогла, если честно. Так, блин, опять все сдохли. Я что, так буду вечно всех воскрешать? Нет! Мне что, теперь все заново? Замечательно, спасибо, блядь.